генеральный секретарь Совета Европы Турбьорн Ягланд, находясь с визитом в Анкаре, заявил, что осознает, что турецким властям необходимо принять меры в отношении тех, кто причастен к попытке государственного переворота. По его словам, он приехал в Анкару, чтобы выразить свою поддержку Турции. Попытка переворота была возмутительной во всех смыслах этого слова. Заговорщики были готовы не только стрелять по людям на улицах, но также прекрасно понимали возможность того, что погибнет множество людей. Они обстреляли парламент, демократический институт этой страны. Так что эта попытка государственного переворота должна быть осуждена самым решительным образом. При этом генсек Совета Европы призвал турецкие власти соблюдать законы и основываться на принципе презумпции невиновности. После попытки путча Турция решила временно приостановить действия Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.